Ну и всем здорово, дорогие друзья, с вами Илфайр, и сегодня в этом ролике я буду руинить фанки на сервере Теслакрафт. IP вы можете видеть на экране. Ну и давайте вам подробнее расскажу, что будет в этом видео. Для тех, кто не играет на Теслакрафте, либо когда-то играл, но очень давно, фанка — это та мини-игра от самих игроков на Бедварсе, там, где они фанятся. То есть они играют в сумму, они могут построить что-то красивое, либо попинать друг друга. Но я им буду их портить, то есть руинить. Данную идею я взял у ютубера под названием Мурашка. Ссылка на его последний ролик по этой рубрике будет в описании. Можете перейти по ней и передать от меня ему привет. Играйте привет только на Теслакрафте. Я перешел на мини-игры с грифа, а также с выживания я перешел на мини-игры. Ближайшие мои стримы и ролики будут только здесь. И, кстати, в будущем я планирую здесь получить ютубер. Если под этим роликом наберется 100 лайков, то я продолжу данную рубрику. Ну, а лайк вы можете влюбить тогда, когда посмотрите весь ролик. Всем желаю приятного просмотра, ну и мы приступаем к самому видеоролику. Погнали! Ну, а также в данном видеоролике будет конкурс на 3 весенних кейса на сервере Теслакрафт. Условия простые. Подписаться на мой канал, поставить лайк на это видео, написать комментарий со своим ником. И в следующем видеоролике я выберу победителей прямо в видеоролике. То есть я вам это все покажу. Ну и всем желаю приятного просмотра самого видеоролика. Поехали! Панка плюс один, я хочу, я толстый, я, пригласи меня, я жду эту гребаную фанку уже очень долго. Меня приняли в пасть, ура, сейчас все просто, сейчас всех разнесем. Все, игра началась, фанка, я готов руинить фанки, давай. В общем, план у меня, если честно, такой, я хочу построить пути ко всем базам по кругу и просто собрать неплохой инвентарь и пойти просто ломать всех подряд, пока меня не остановят. Должно получиться классно. Но надо учитывать то, что в катке очень много донатеров и только два рядовых. Это я и Винсмоук Лупи. Поэтому надо быть бдительнее и вообще надо быть очень осторожным. Потому что реально, мне кажется, они пакуются очень топово. Красный как-то агрессирует, он меня хочет скинуть. Это вообще не прикольно. Тихо, не агрессируй, братик. Мне же чуть жить, мне же еще руинить вам фан. Я уже простроил путь к двум базам, но я продолжаю дальше его строить, потому что я очень хочу сейчас его полностью простроить. Надеюсь, мне никто не помешает, потому что реально это... Это, мне кажется, подозрительно, но я в случае чего скажу, что я хочу, чтобы было удобнее передвигаться. Опана, опана, зеленый мне уже помог, он мне работу помог сделать. Йоу-йоу-йоу, простроил путь. Значит, не осталось. Ну, кстати, мне не так уж и много баз осталось. Я уже простраивалась к последней базе, это база желтого, но далее я простраивала путь к своей базе. И далее буду просто копить железо, чтобы накопить, ну, очень много зомби. Также хотел бы себе купить неплохую кирку. Ну, тут, наверное, не знаю насчет кирки, потому что лутаться сейчас опасно, мог меня быстро спалить. Но зато я уже простроил почти что свой путь вокруг всех баз, то есть везде есть мой путь. И это очень топово. И наконец-то я завершил свой путь. Мой путь теперь простроен ко всем базам, абсолютно ко всем. Это очень топово. Осталось теперь застроить, кажется, свою кровать. Супер-пупер-дупер круто. Я почти что завершил застройку своей кровати. Она теперь у меня в безопасности. Сейчас мы ее еще замаскируем. Ну, не знаю, может кто-то подумает, там, типа, у меня полностью это, застроена кровать. Она у меня будет очень круто. Ну, вдруг он придет сюда с обычной деревянной кирпой. Он же будет так долго ломать, поэтому, как по мне, сложно быть четко. Мне сейчас насчет какой-то фигней заниматься. Ну, мне это только надо. Но сейчас я хотел бы посмотреть, как у каждой базы застроена кровать. То есть, как она убила. Белого надежда странно вообще, это мне на руку. Ему нужно будет пойти первым. Далее, что у нас там у фиолетового? У фиолетового, а, фигня. Тоже стройка фигня. Ну, только надо ножницы будет купить. Далее у нас идет зеленый, что ли там. У них вообще тоже не застроено. Четко. А, нет, это не зеленый, это был голубой. Ну окей. У зеленого что там? У зеленого тоже фигня. Это подождите, у них есть у всех фигня, то я смогу им фул заруинить карту, но я упал, боже, это так тупо было. Черного там она тоже плохо застроена, я увидел. Я буду делать вид, что я всех крутая бронзу. У красного не застроено почти что, что у желтого там. У желтого, о, все, у них ни одного нету из них нормальной защиты кровати. Поэтому я смогу всех по-быстренькому зарашить. Теперь осталось только опять накопить железо на, сколько там, 30, во, нахрен он меня скинул. Ребята, тут что-то вообще все плохо, обстановка накаляется.
Значит, у нас уже нету кровати у черного. Зеленого. Ага, садик. Это вообще-то сейчас она будет закупаться быстрее. Мы планируем себе обрушаться. И сейчас мы будем кое-что делать. Если уже фул закупил инвентарь, и пора действовать. Алло, да чел, что ты делаешь? Зачем? Чем вообще? Я чуть не назвалась. Я думала, я сейчас упаду. В принципе, смотрите, мы можем закупить еще немного блоков. В принципе, все то, что надо. У меня уже есть, также мне бы хотелось бы, наверное, второй шанс, хотя ладно. Также надо будет сейчас на базе поставить себе сундук и сюда закупить вообще мечей себе, потому что если меня будут крашить, чтобы я смог сразу собрать сундучок и там все себе защититься, можно сказать так. Ну, сундучок мой готов, тут есть мечи, кирки, ножницы, ну а также блоки. В принципе, можно начинать мой коварный план, руина фан. В принципе, у белого она не застроена, нам надо... Наверное, я от своей базы сильно не хочу отходить, поэтому, наверное, надо начать. Ну что ж, короче, поехали. Первая кровать зарашена. И теперь идет вторая кровать. Так, пати лиф, партнера, пати лиф. Точно надо написать пати лиф. Далее мы идем на следующего. Нафиг просто. Туда. Убиваем, нафиг он нам не нужен. Идем на зеленого, надеюсь, меня никто не скинет. Блин, я не знаю. Меня зарашили, я понял. Окей, я все понял. Погнали, на следующий. А, не так, понятно. Так, надо закупить себе второй шанс. Оба-на. Вот так вот. И делаем следующего, наверное. Никто не стреляет, по мне никто не палит. И все, все, четко, просто я эффект сломал. Они все забомбили и вышли. Блин, это так угарно, это реально прикольно. Легендарная схватка, мне кажется, сейчас будет, потому что он стоит в железке, но если у него есть лук, то мне жопа. Но так-то, наверное, будем идти на него. Он забафался, не менее, или нет. Ребят, мне такое не странно будет, зачем он забафался? Братанька, зачем ты это сделал? Не надо тебе бафать, зачем? Ты что, я тебе сделал? Братанька, мы с тобой вместе заруиним эту катку. Не надо, подождите. Тихо, у меня что-то... Ой, шанс! Нет, у меня его нет. Тихо, застраиваемся. Все четко. Сам ли меня шили убью? Я ему ответил, я буду до конца. Не, ну реально, что ему? Я не буду отдавать ему победу. Что я должен ему отдавать победу? Зачем фигушки тебе там? Если я не собираюсь убить с этой базы, если он на нее придет, то я заспавню себе куча мобов. Поэтому, ну, чувак, знаешь... Так, тихо, мой сундук. Они обокрали его? Нет, они его не обокрали. Тихо. Нет, иди нахер, чел, сзади давай, зомби, пожалуйста, тащи, да, блядь, тихо, нет, ну ладно. Короче, тебе просто повезло, ну самое главное то, что мы вместе заруинили фан. Что-то уже 10 минут после этой фанки прошло, и я так и не вижу надписей, чтобы кто-то собирал на фан. Я реально просто какой-то на гангейм, на АИ, боже, нафиг оно вам надо. Почему нельзя собирать на фан? Мне нужно снять ролик. Пожалуйста, собирайте на фан. Наконец-то фанка. Фан плюс 3, пожалуйста. Пригласите меня, пригласите. Я этого долго жду. Я уже играю сейчас на... Ну, я уже поиграть успел в другие режимы. То есть BVL, SkyWars. Я почему он дальше набирает? Почему меня игнорирует? Я многим уже писал, но они меня реально просто не принимают, я не знаю, это и с донатом связано или нет, я надеюсь, что это меня примет, потому что реально это уже не прикольно, я не как бы ролю. Четко. Ну и что ж, наша фанка уже началась. В принципе, тактика такая же, потому что, если честно, если я буду ходить ко всем через центр, это займет намного больше времени. Потому что вдруг кто-то там перекроет мне путь, может скинет, а так я всех сразу обойду. И, в принципе, опять заражу, как и в прошлый раз. Надеюсь, сейчас точно все получится, и я даже смогу завинить данную игру. Ну и, пацаны, вам удачи. Если вы смотрите, хоть кто-то смотрит из вас этот ролик, то просто не обижайтесь, то, что я вам заруинил. Ведь это было для ролика. Что за потасовка у них там вообще реально заруба. Я не знаю, что у них там за заруба, но мне реально нужно очень много бронзы. Я буду сейчас лутать на всех базах, на всех буду красить, но реально, ну, ребят, ну, понимаете, дефицит бронзы. Мне говорят то, что не стройте ко мне. Я тебя рашу, если просрываешься ко мне, ну извините, конечно, но чтобы ради одного челика не строиться к нему,
чтобы он не помешал заруинить карту, ну, как бы, ну, я не знаю, даже надо подумать. Если хочет заруинить, без разницы, я им написала, я не помню. Ну, извините, конечно. А вот это было обидно. Вот это было реально обидно. Это было обидно. Не бей меня. Потом будем себя убирать подозрения, потому что реально мне не нравится то, что меня подозревают. Буду заниматься какой-то такой фигней, то есть, типа, я хочу строиться, типа, я тренируюсь, не знаю. В общем, как-то так. Попробую сделать, чтобы они меня реально не подозревали, потому что это реально не прикольно. Хотя мне кажется, меня сейчас дороже за то, что это царя центр. Потом стоит учили кота, и все равняет его. Ну, ребят, ну что мне делать? Что? Вот чем вам постоянно угодить можно? Я не понимаю. Вот постоянно я кому-то чем-то не горжу. Сейчас я буду собирать бронзу абсолютно со всех баз, чтобы мне можно было нормально застроить кровать. Я тогда хотел бы заукаться, чтобы себе обсидиан вообще туда поставить, но мне кажется, меня спалят. Поэтому лучше не надо. Я вижу, у них тут весело одни. Думаю, играют, другие где-то строят на всех базах. Я так и понял, хорошо. Я вообще вне подозрения. Можно даже с ума будет с ними сыграть, но пока что не буду. Сейчас я вас научу правильно застраивать базу. Мы закупаем стак эндерняка. И вот так вот все прикольненько закрываем. Чтобы к нам не прошли с обоих сторон. То есть также все закрываем. Далее вот тут вот так вот делаем. Хотя, мне кажется, даже вот так вот можно будет. И вот так вот делаем несколько слоев, чтобы нас не зарашили. Потому что они будут это копать долго, и как в прошлой катке, то есть если кто-то придет с деревянной киркой, то они будут очень долго меня рашить. Опять же, надо делать нашу супер-пупер-дупер топовую эту, как его, ладно. Я знаю, маскировку, в общем, да. Также ставим в этот раз уже два сундука, я в прошлой катке не поставил, в общем, это... палки не туда, но сейчас все нормально, то есть два сундучка, все вообще по максимальной защите, в принципе, я готов. И также покупаем в полезном способности и покупаем себе второй шанс. Я готов руинить им канатку, поэтому можно сейчас будет побежать на базу этого главного, потом можно будет побежать в эту сторону, в принципе, главное все подозрения убрать. Хотя нет, смотрите, я не представил туда путь, получается, я не смогу туда убежать. Это надо сейчас сделать, это надо обязательно сделать. Потому что мне бежать вот в эту сторону, правую, это вообще, ну не варит как-то, ну не варит. Ну и самое последнее, это надо сейчас себе накопить где-то 2 стака железа, даже может 3, чтобы закупить себе очень много зомбаков. И если они придут на мою базу, я их просто спавню, и там уже будет мясо. А вот такое вот осуждаю, такое вот осуждаю. Осуждаю песочные перевернутые топоры. Вот прям вообще, вот это реально фигня полная. Вот. Перевернутые топоры песочные, вот просто вот, ну, ненавижу. Время идти на базу зеленого и начинать раз. Начинаем мы с зеленого, далее будет у нас, наверное, карамель. Ну а там дальше посмотрим. Вы же меня не будете скидывать, да? Мы же с вами друзья, как бы. Вот нахрен ты. Вот нахрен ты мне ломаешь пути. Вот что ты делаешь? Полегче. Ты просто ты быкуешь или что? Но мне ломают мои пути. Ну это реально, ну это вообще не прикольно. Сейчас мы выжидаем момент, когда никто из них не будет на меня смотреть. Когда они там будут фигней заниматься. И мы просто начинаем. Я сначала рашу этого зеленого, потом я хотела бы. Зарашить голубого. Я точно это не буду делать, когда нет. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что вы делаете? Слышь, ты быкуешь или что? Ладно, короче, время начинать. Время начинать. Меня закрыли в этом жителе. Что за фигня? Просто мне вообще это вот прям вообще не нравится. Как, блин, это сломать? Кто знает? Я лично не знаю. Лично я не знаю. Зайдет. Он меня злит. Ты нарываешься, чувак, ты нарываешься. Я тебе отвечаю, ты нарываешься просто. Короче, они не захотели меня выпускать оттуда. Я выбрался оттуда сам. Я на них всех зол. Просто вы все козлы. Просто такие козлы. Видите, что? Это за то, что вы меня не захотели отпускать. Вы просто вы такие козлята. Мы делаем так вот. Мы делаем вот так вот. Да иди нафиг. Чули, просто иди нафиг. Я тебя прошу. Че, а вот так вот как мы поговорим, а? А? Чули просто помогает, чёрт. Подкипаться. Вот его рашить я не буду. Вот даже не собираю. Просто
от души, братан, просто за помощь тебе. Спасибо. Далее мы рашим белого. Ты тоже меня не доходил. Подпускать просто вот все козлики. Вот просто вот такие лютые козлики все. Ну нафиг. Нафиг с вами. Или все нафиг. Чел, чел, иди. Иди, все, гуляй. Идите нафиг. Вот просто идите все нафиг. Я вас прошу. Вы погибли. Ну и что? Знаешь, вот они сами не захотели меня открывать. Вот сейчас реально просто не нарвались, все вместе. Я вам этого не прощу. Что ты ко мне строишь вообще? А, да, ну Steam. Как, ну Steam, может, да? Не знаю, окей, ладно, я тебя понял. Я тебя раньше зря не стала или что? Алло, 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 вдвоем напали, вот это вообще... Да вообще просто нечестно, вот просто им газли. Как у меня не получилось полностью им заруинить фанку, я, конечно, им сломала трех человек, я мог четырех. И если бы я реально знал, что фиолетовый такой козел, я бы реально, я бы его тоже зарашил. В принципе, они там постоянно были вдвоем, втроем, четвером. Поэтому, как бы, мы им заруинили, конечно, катку, они стали пересходить, но все же, давайте мы сейчас будем руинить последнюю фанку, и на этом будем заканчивать ролик. Наконец, я создался следующую фанку, фанка повторил, я понимаю, приглашение в пати. И сейчас мы будем руинить последнюю пати. Давайте мы займем сразу какой-то долгий цвет. В принципе, под мою шапку как раз подходит. Ну и что ж, началась наша последняя фанка. Ну, для них, может, и не последняя, для меня последняя. Потому что я ее буду сегодня руинить последнюю в этом ролике, в принципе. Тактика у нас такая же будет, но я хочу уже сейчас попробовать золотацию без спальни. Если меня не спалят, если спалят, я буду все выкидывать, надеюсь, все будет нормально. В этот раз я буду строиться на центр. Ну и, в принципе, потому что мне надо залутаться. Через другие базы я не буду построиться, я буду позже. Пока никто не увидит, в принципе, это нет. Когда не буду занята, какие-то суммовки будут там, я по-быстрому залутаюсь из золотых. Так будет легче бахаться мне против других игроков. Меня как бы скинули, я там в АФК встал. Я залутать, но у меня какой-то сейчас... Любой идем, что зачем? Ну окей, может это специально, может это случайно, я не знаю. Но мне просто надо было накопить железо. И кстати, белый вышел с игры. Получается, одного человека в пати меньше. Фиолетовый, значит, у нас тут лутается, а вот не понял. А, это лидер, понятно. Почему вы. Ты дебил? Как-то в этой катке я более беспалевнее, я как-то там общаюсь, как бы действую с ними. И это. Мне очень сильно нравится, потому что меня так будут меньше подозревать. Ну, также, если налить золота, если они увидят, они не пропадет доверие. В принципе, да ты просто козел, ты просто такой козел, просто такой козел. Карте убить, просто. Попал туда. Начинаем сейчас соединять все базы моим легендарным путем. Надеюсь, нам никто не помешает. Надеюсь, вот в этот раз я очень сильно хочу и надеюсь, что я смогу заруинить по фулу фанку. Мне реально все ливнули, чтобы я всех зарашил. Ну и убил. И побил этого. И второй тоже вылетел. Он, походу, был с щитами, я не знаю. Может, его просто так забанило, ну или кикнуло. В общем, это уже минус 2. То есть у нас получается целых 6 плюс-минус я. Это нас... 5, то есть мне осталось только 5 человек зарашить, и это очень даже хорошо, это что-то путь, ладно. Все, я закончил свой путь, легендарный, я уже могу называть легендарным, потому что он объединяет абсолютно все базы. Теперь осталось только на такси ресурсиков, и можно будет начинать рашить всех и руинить эту катку. Также я не стану закрывать свою кровать прочно, потому что реально ее и так сломают, если они будут все вместе ломать, поэтому смысла нет. Я успешно залутал золото, там просто такой путь цел, а ну, никто даже не заметит. В принципе, у меня есть почти что стак золота, мне теперь осталось только накопить железо и, в принципе, все. И тут присоединился зеленый. Вот нахрен ты сюда присоединился? У тебя только тут не хватало. Вот реально. И время закупать себе железочку. Мы ее сразу снимаем, чтобы не палиться. В принципе, такую кожаную броню мы сейчас оденем. Далее можно будет взять вот это. Вот это, вот это. В принципе, вот это. Также берем себе очень много паутины, чтобы нас не скинули. И еду. Также ножнички. На эффективность. Что-то мне не хватает.
Да, ну пофиг, можно и не на эффективность. Все, это мой, значит, инвентарь, чтобы меня не скинули. Я буду так делать все. И в принципе я готов. Как-то так выглядит мой инвентарь. И сейчас я хотел бы зарашить синего, а также голубого сначала. Но вообще я буду рашить всех. Ну, кем? Точнее, кого я буду рашить первым, надо сейчас будет решить. Но я думаю, то, что это будет голубой. Хотя нет, он мне не даст, мне кажется, его зарашить. Но, в принципе, окей, там у них какая-то потасовочка. И меня тут вообще не было, как бы... А, кстати, реально, давайте голубого зарашим и зарашим фиолетового сразу. Фиолетовый, если что, это у нас ледак. Ну и что ж, пора начинать. Раз, два, три. Полетели. Переодеваемся в железочку. Делаем вот так вот, делаем вот так вот. Все что-то четненько. И погнали. Сейчас мы идем на этого фиолетового. Сори, братан, сори. Но вот так вот. Спать иди. Любая спать моментально. Нас заражили уже. Что? Почему так быстро? В принципе, чтобы никто не подключился. Так делаем еще. И делаем еще вот так. Надеюсь, никто не скинет, да? И, по идее, не должны. Делаем вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так. Эх, чувак, куда ты лезешь? Куда ты лезешь, реально? Оба, оба. Ладно, пофиг. Это далее идет моя база. Здесь никто не лутается. Хотя, мне кажется, сейчас как раз будут. Иди дальше. Стреляют, да. Ну окей, ребят, удачи вам. Удачи. Всем при всем удачи в этой каточке. Все, зеленый тоже прощай. А, это черный. Ну ладно, окей. Чувак, ты меня бесишь. Ты меня реально бесишь. Я вообще стрелу не попадаю. Какой-то ты странный. Все, сейчас зеленого еще рашим. Ребята, ребята, мы рашим. Мы зарашили сегодня всех. Просто все меня обозвали. Вот это было обидно. Чувак, вот это было обидно, реально. Все, мы его сливаем. И я выиграл эту игру. На такой веселый матч я могу закончить данную игру. Если, опять же, вы наберете под этим роликом 100 лайков, то я продолжу данную рубрику. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.